Помните, вчера я просил военных, злился на ДНР, которые поразбежались в леску там и так далее, поработали. Ну так вот, потом по координатам, которые предоставили, по данным, похоже, слов местных сейчас, вот ждем подтверждения, очень-очень ждем. Там вместе с ними прилетело и в Тигре генералу какому-то, который отвечает за эту большую группировку. Они сейчас там бегают и ищут, что им делать, потому что у них руководство прилетело и нет больше генерала. Сейчас я постараюсь уточнить фамилию, имя, то есть сообщить.